Поедем на грузовике, чтобы места на всех хватило. Отличная идея. То, что надо. Кларк! Мы не сможем помешать Дэнни разрушить мир юрского периода, если разобьемся на полпути. Сбавь скорость! А если из-за нашего промедления с Хадсоном что-нибудь случится? Да, ты права. Жми на газ. Как я вообще дошла до такого? Главное, чтобы ты осознала свою ошибку и поступила правильно, Эллисон. Кларк, там крутой поворот! У нас слишком важное дело, чтобы рисковать жизнью. Клэр, сбавь скорость! О, да, кстати, об этом. Тормоза отказали! Клэр, поворачивай! А я что, по-твоему, канцелярию в офис заказываю? Кларк, прижимай грузовик прямо к скале! Ты рехнулся? Аккуратно, чтобы постепенно прижаться к ней боком! О, поняла! Ты показала высший класс! Я проверю тормоза. Я помогу. Что? Я разбираюсь в разных видах инженерии. Динозавров, лабораторий, машин, не только. Чудесно. Вы двое осматриваете грузовик, а я пока посижу на этом камне, на этом неподвижном камне. Кажется, просто трубка отошла. Ее легко вставить обратно. Ты только подумай. Наконец-то мне сообщили что-то хорошее. Готово. Нам пора отправляться. Эй, молодец, Ред. Это же золотой, платиновый, черный, бриллиантовый годовой гостевой абонемент Хадсона. Мог бы и просто сказать, что это его абонемент. Но я отвлекся. Теперь у нас есть верное доказательство того, что мы идем по их следу. Вперед! Все в машину! Если хочешь, я могу сесть за руль. Я была бы тебе очень признательна. Честное слово, Клэр. Ты молодец. Спасибо.